Жители Октябрьского и Советского районов оказались самыми инициативными в Югре. Эти территории предложили больше всего инициативных проектов для голосования, которые проходят на портале «Открытый регион Югра». В этот раз в конкурсе участвуют все 22 муниципалитета или 79 населенных пунктов Югры. В общей сложности до этапа общественного голосования допущен 171 проект. В Октябрьском районе в День семьи, любви и верности хотят открыть арт-объект, посвященный семьям, и провести фестиваль для многодетных семей района. Один из проектов Советского района касается создания в поселке Таежный патриотического клуба. В целом инициативные проекты югорчан касаются благоустройства, здорового образа жизни и патриотического воспитания и культуры.